Вы входите в древние руины, черт возьми. Посмотрите, как... Надо еще, чтобы сбоку Фрэнк Синатра запел «Руины!» Там, например, знаете, небольшая вот будет нотка пафосности, скажем так. Ну что, классно, классно. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Андермун. Фан-игра по Undertale, в которую меня частенько просят поиграть. И я могу отметить, что, наверное, просят не зря. Очень интересное начало. Это как бы даже еще не начало. Нажмите Enter, чтобы начать игру, то есть. Она еще не началась, но... Уже сразу игра погружает тебя в какую-то интересную, довольно такую таинственную, завораживающую атмосферу. Тут музычка еще играла. Вот она прекратила играть, она играла до того, как я начал записи. Она очень красивая, надо отметить. Ну давайте, нажмем Enter. Давным-давно три народа правили землей и море. Илиосы, Серафимы и Океанцы. Но однажды Илиосы и Океанцы объединились. Они же возле моря правили, а где марианцы? Марианцев не хватает. И напали на серафимов. Интересно, то есть тут сразу три каких-то народа новых вводят. Серафимы потерпели поражение. Абсолютно новая этнография в игре появляется. Ну, это довольно прикольно. Их потери были колоссальными. Прикольно в том плане, что, по сути, другая история разворачивается. Проиграв в войне, серафимы были заперты под горой Эббот. С помощью заклинания на очень долгие годы. Тут я уже вижу параллели, да, вижу параллели. Определенный с оригинальным сюжетом Undertale. Но однажды и какой-то чувачок смотрит в дыру. Чувачок смотрит в дыру, и как бы, вы знаете, то есть раньше-то Фриск спотыкалась, наша Фриск спотыкалась и падала туда, а тут Артемий Нестеров и Анастасий Облачков представляют. А тут получается, что, ну, чувак прыгает просто в дыре. Андермун. Ну же, давайте посмотрим. Вот цветы, да, падает на цветы, да? Смотрите, как мягко приземлился. Вот всем бы в жизни в этой так падать, знаете, и в прямом, и в переносном смысле. Ну, потому что... У вас осталась одна жизнь из 9. А, так я тут еще и рискую сдохнуть. Управление ВСД. Описание... Вот спасибо, что управление ВСД, наконец-то. Я затрахался этими стрелочками. Описание объектов нет. Чтобы начать идти в другую сторону, отпускайте предыдущую клавишу перед нажатием следующей. Движения наискосок пока нет. Подожди, движение наискосок. Вот эта шляпа, она, короче, тут висит перманентно, да? Ну хорошо, давайте тогда, куда нам нужно? Вот сюда, правильно? Во всех фан-играх Undertale нужно идти вначале вправо. Я вам должен сказать, что тут интересные декорации. Довольно. Так, да, и вот действительно надо отпускать перед тем, как поворачиваешь. Надо реально отпускать, потому что, господи. Потому что, я не знаю, правда, что я испугался. Вроде бы стандартная ситуация, но... А ты новенький, впервые вижу тебя здесь. Он сам говорит. Он сам говорит, мне даже не надо... Думаю, тебе необходимо сразу познакомить с правилом подземелья. Смотри, это твоя душа, твоя жизненная сила. Не дай другим повредить ее, если хочешь выжить здесь. Знаешь, я могу дать тебе свои волшебные лепестки. Возьми их своей душой. Это что-то вроде бустера защиты. И, конечно же, это вранье полное, да. Мы уже прекрасно знаем, что этот... В этом мире нужно убивать, иначе убьют тебя. Понимаете, хочется что-то вставить, но... Я все никак не привыкну, что этот чувак сам разговаривает. То есть от твоего нажатия Enter ничего не зависит. Реплики пройдут, и их потом не восстановишь. Эй, какого дьявола? Погодите-ка, game over. И у меня осталась серия одна жизнь из 8, правильно? О, черт возьми. Так я тут еще и могу реально просрать. Давайте. Хорошо. Значит, движения наискосок нет. Это печально. Сделают, я думаю. В принципе, пока можно и без него обойтись. Так, смотрите. Сейчас опять идет весь этот трендеж. Давай, рассказывай. А ты новенький, впервые вижу тебя здесь. И вот смотрите, вот он сейчас договаривает. Он сейчас насылает на меня свои лепесточки. Душа, жизненная сила, да-да-да, все это мы прекрасно знаем, чувак. Моя задача, по-видимому, продержаться как можно дольше, пока там собирается просто с думами трель, чтобы меня спасать. А кстати, а что мне мешает просто избежать этого дела? А давай попробуем еще раз, хорошо? Просто возьми их. А если я тебя просто нахрен пошлю? Давай, ты не так глуп, есть такое дело, да. Не так глуп. За хрен знает сколько с лишним. 100 с лишним, наверное, фанатских игр по Undertale я уже запомнил. Но не важно. Итак.
Давайте вот где-то здесь вот в центре стоим. Стоим. Да-да-да-да, надо протянуть. Есть, отлично. Кстати, ему реально досталось. Еще увидимся, мелкий. Ему реально прилетело, хорошо. Обычно флавы там отлетает куда-то в сторону. Ну что ж, мелкий... Блин, я не знаю, мелкий выглядит вообще как-то. Я как-то не обращал внимания, вот эти рога вот эти непонятные на голове, эти ухи, зачем они нужны? Так, идемте вперед, идемте вперед. Идемте вперед. Точнее, вверх. Вы входите в древние руины, черт возьми. Посмотрите, как... Надо еще, чтобы сбоку Фрэнк Синатра запел «Руины!» Там, например, знаете, это будет еще вот такая вот небольшая вот будет нотка пафосности, скажем так. Ну что, классно, классно, смотрите. Люди реально пытаются сделать офигенный дизайн. А как тут сохраняться? Никак нельзя, да? Наверное, нельзя. Я не могу. Я нажал Enter, я нажал X, Shift нажал. Ничего вроде не сработало. Ну что ж, проходим дальше. Какой-то мексиканский мачо-мен играет нам на лютне, на гитарке. Это прекрасно. Я так понимаю, что моя задача понажимать эти кнопочки, да? Только одна кнопка. Как только одна? Ну, давайте вот эту тогда. Только одна, значит, вот эта, да? И что? Только одна кнопка. Ну, хорошо, тогда... Тогда вот эту. Сейчас будем все подряд пробовать. Тоже нет, да? Тогда... Блин, мать твою. Тогда вот это... Еще сейчас окажется, что самая последняя. Я ее самой последней опробую, да? Да ни хрена не... Есть! Сработало, я уже, честно говоря, думал разворачиваться. О, а ну иди сюда, давай тебя поймаю. Будем дружить, ты будешь мой друг Светлячок. Не бойся, я не буду засовывать тебя в штаны. Я не знаю, к чему была эта фраза. Но я же сказал, я не буду, правильно? Я же не сказал, я буду. Ну, в общем, Светлячок, я не буду тебя заставлять ничего. Эй. Ну вот смотрите, дикобраз зассал. Никто не хочет дружить с тобой, потому что сними ты эти сраные ухи у тебя с головы. Зачем ты их напялил? Идемте, дальше. Вот еще наши светящиеся друзья тоже тут летают, что-то пытаются словить какой-то удачи жизненной, наверное, в этом месте. Я не знаю, что они тут делают. Наверное, живут. Наверное, тут весело жить всяким светлячкам. А вот ушастым девочкам как-то, наверное, не очень, потому что никто... Дикобразы тебя боятся, всякие сраные цветы на тебя нападают. Это очень обидно на самом деле. Ты пришел завести новых друзей, а тебя вот так вот, знаете, посылают нахрен. Что это, кстати, такое? Похоже на... фигуру Асгора, только как в качестве пугала. Но я не смог туда даже пройти, не пускаю. Идемте дальше, смотрите, тут, наверное, загадочка сейчас будет какая-то. Вот, кстати, надпись. Над головоломкой производятся работы. Сейчас головоломка совершенно безопасна. А, ну все, тогда ладно. Тогда окей, по крайней мере, ничего меня не долбанет по сраке, это радует. Да, смотрите, я спокойненько себе прошел. Все. Наш главный герой легко по жизни идет, надо отметить. Куда мне теперь? О, смотрите. Здрасте! Привет! Как тебя зовут? А меня зовут, а я не знаю, как меня зовут, кстати. Конец игры. Не, подожди, конец игры. Как конец игры? А в другую сторону тогда надо сходить. Можем ли мы найти тут какой-то секретик? Ну или что-то в этом роде. Проходи. Как быстро! Ну, мне так тут... Я тут только начал обживаться. Мне тут прям понравилось. Здесь такое все прикольное, я не знаю. Такой дизайн интересный. Ну ладно, конец игры. Давайте проходить в конец игры, раз нам так говорят. Сюда? Андермун, спасибо, что уделили время нашей вселенной Undertale. Анастасия Блочков. Вселенные персонажи симпатяшка. Артемий Нестеров. Игра художник, аниматор, кода, история персонажа. И не симпатяшка, вот незадача. Я надеюсь, что Анастасия над тобой не издевается, Анастасия. Нет, я не покажу вам крутых персонажей Undertale, мои суперкрутой рисовки, как это сделали Ocean Tail и другие. Супер дизайн персонажей супервселенной Эндермун. От суперкрутого меня я буду держать в секрете. Это тоже, короче, от скромности не умрет. Огромное вам спасибо. Юки Самурай, мы ждем сюрприз, бла-бла-бла-бла-бла. Вдохновились, бла-бла. Спасибо вам, нажмите Enter. В общем, смотрите, какое дело, короче. Должен сказать, что прикольно. Как именно вот в качестве демо-версии, то, что я увидел, если это будет развиваться дальше, то будет отлично. Это очень, как мне кажется, потенциально выигрышный проект. Тут видно, что люди подходят, они даже, обратите внимание, что они даже к рисовке
титров подошли как-то творчески, постарались. Это похвально. Ну, в общем, я доволен тем, что я увидел. Спасибо тем, кто рекомендовал. И, в принципе, на этом все. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом. Там большое количество плейлистов. Есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее. Открывайте ссылки на видео и плейлисты, что видите прямо перед собой. Внизу под видео кнопочка поделиться. Если не трудно, нажимайте, рассказывайте друзьям. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.